Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Всегда ваш» Марк Котлярский. У нас живой эфир, поэтому не обращайте внимания, возможно, какие-то там проблемы со звуком. Но я ничего не хочу ни резать, ни подчищать, чтобы вы понимали, что это прямой эфир, без всяких записей, подчисток и так далее. Я вообще считаю, что это в эпоху всех этих штучек, это самое, на самом деле, настоящее, что ли, что есть. Журналистика в чистом ее виде, без всяких трюков, комбинаций, компьютерных штучек и так далее. Чистая журналистика – это то, что мы делаем с моим коллегой, моим другом и моим визави, журналистом, историком и писателем Сашей Вилинским. За что ему, и я еще раз буду говорить спасибо, потому что хочу сказать, что программы с его участием для моего канала, скромного, начинающего, самые рейтинговые. Вот. Просто подписывайтесь на наши программы с Сашей. Саша, а ты знаешь, что у нас с тобой получилась очень любопытная вещь. То есть мы записывали спонтанно программы на разные темы, а вот вырисовалось нечто, что я бы назвал развенчанием мифов. То есть это, эти программы, этих героев, которых мы с тобой обсуждаем, значит, так сказать, объединяет одно – миф. Миф. Миф – это вообще как бы отдельная тема, я думаю, что создание мифов вообще можно посвятить не то, что программе, а программа, десятки программ. Вот. Это, к сожалению, это вот реальность такая, такая совершенно виртуальная реальность, которая существовала еще задолго до интернета. Создание мифов. Мифы творились всегда. Это не просто сегодняшняя какая-то придуманная штука. Но, значит, сегодня мы поговорим с тобой об очередном мифе, тем более есть повод. Значит, в конце января на экраны вышел фильм России, посвященный, я цитирую, Саша, это рецензия одного из многочисленных блогеров, или как они там себя еще называют, посвященный великой героине Зое Космодемьянской. Да, безусловно, пишет автор, я просто цитирую, молодежь должна не стыдиться истории своей страны, как это сейчас навязывается, а наоборот гордиться ею, восхищаться, брать пример с героических предков. Дальше идет, значит, рецензия на этот фильм. Говорят, что фильм плохой, актриса не подходит. И типа вот эта задача, которая, значит, поставила, нужная задача героизировать прошлое, и в том числе 18-летнюю девочку Зою Космодемьянскую, с которой не очень понятная история, вот, так сказать, вот тем не менее, мол, автор считает, что фильм провалился, но великая героиня Космодемьянская нуждается в героизации и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вкратце, в принципе, история всем известная о том, что было с этой девушкой. Да, я еще помню почему-то отрывок, была такая знаменитая поэтесса Маргарита Алигер, которая написала поэму «Зоя», получила за нее государственную премию. Я до сих пор помню просто леденящие хичкоковские строки. «Били ее, мучили, пытали, голую водили на мороз». Это вообще, конечно, очень там, звучит пародийно, но, тем не менее, это вот поэма «Зоя», за которую Алигер получил государственную премию. Саша, у тебя звук опять пропал, поэтому постараюсь, чтобы он появился. Нет, пропал, очень тихо, тебя не слышно. Очень еле-еле, Саш, еле-еле, ты пропал опять, звук, к сожалению, пропал. Секунду, я хочу понять, что у нас с этим происходит. Одну минуточку. Сейчас Саша наладит звук, я думаю, мы вернемся к нормальному разговору. Может, стоит опять тебе надеть наушники? Так, а тебе-то от этого легче не будет, я-то тебя слышу прекрасно. Дело-то не в этом. Сейчас, секунду, я посмотрю. У тебя звук еле-еле пробивается, как будто ты поставил на минимальный, на минимальную эту самую. Нет, звук у меня просто input. Все, нет, у меня все настроено. Вот, а я опять, видишь, как получается? Ты на самого начала говорил, что я пропадаю. Теперь я снова появился, да? Потом, ну, не знаю, у меня все в настройках, я не
ничего не менял, у меня как было, так и есть. Сейчас нормально слышно, я надеюсь? Да, сейчас нормально, нормально. Хорошо. Значит, давай мы с тобой начнем с самого начала. Действительно, мы все время говорим и рассуждаем. Давай все-таки немножко поговорим о том, что же такое миф, особенно советский миф. Как правило, советский миф создавался на реальной основе, действительно, всех этих мифов, но использовался исключительно в идеологических пропагандистских целях. Ввиду того, сейчас тебя твои российские слушатели, подписчики, зрители, они будут проклинать и тебя, и меня, и боюсь, что очень часто, как это бывает, появятся националистические там всякие выходы, но современная Россия резко повернула назад к прошлому, к советскому прошлому. И как в советском прошлом героизировали мертвых и небылицы, то происходит то же самое. То же самое происходит сейчас. Например, я как человек, в общем, с советским кинематографом много дел имевший, я не могу в последнее время, я смотрю военные фильмы, так называемые, патриотические. Ну, как говорил знаменитый критик Вадим Демин, волосы стынут в жилах. Это что-то чудовищное, это что-то кошмарное по уровню подделки, по галимому совершенно патриотизму, по этим крикам «Ура!», по напыщенности, по картонности и по пафосности. И это как раз воспринимается нормально. Вот был такой фильм «28 панфиловцев». Ну, то есть, ну вот, ну, только руками развести. И, ну, абсолютно картонная вот такая пьеса кукольного театра, только экранизированная. То же самое с этим фильмом, о котором мы в конце поговорим. Я думаю, много о нем не стоит. Там есть пара вещей, которые нужно сказать. Но этот фильм «Зоя», простите, он на самом деле, да, он чудовищен в своем подходе. Кстати, далеко не первый фильм про Зою Космодемьянскую. Вот, об этом мы тоже поговорим. Есть такая традиция в советском, российском кино подобных съемок. Да, немножечко я просто скажу про своих любимых героев, 28 панфиловцев, как принцип создания мифа. Принцип создания советского мифа – забыть настоящих героев, они неинтересны, создать героев искусственных. 316-я дивизия генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова стояла в составе 16-й армии под Москвой в ноябре-декабре 1941 года, героически сражалась, за что и было присвоено звание 8-й гвардейской дивизии. Действительно, это была героическая дивизия. Действительно, она сражалась очень хорошо. Действительно, им удалось на какое-то время остановить немцев, затем немцы прорвали оборону 316-й дивизии, могли продвинуться только на 15-20 километров, не дальше. То есть они были как раз среди тех героев, которые отстояли Москву. В составе 316-й дивизии был 1075-й полк, в 1075-м полку была 4-я рота, 1075-м полком командовал Копров, полковник Копров, а 4-й ротой командовал капитан Гдалевич. И вот этот самый капитан Гдалевич по памяти назвал корреспонденту «Красной звезды» имена 28 человек, которые служили в его роте. Копров потом, когда комиссия, еще сразу после войны, в 1947 году, комиссия разбиралась с тем, что же там произошло, кто эти 28, откуда они взялись, что это за бой у разъезда Дубосекова. Какие 18 танков из 50 они уничтожили? Выяснилось, что ничего этого не было. И Копров, бывший командир 1075-го полка, давая показания, он сказал, что откуда взял эти фамилии Гдалевич, я понятия не имею. Но к началу боя, который действительно произошел на Волоколамском направлении, в ротах было почти полный состав. 120-140 человек. Ротный состав по штатному расписанию РККА 1939 года – это 169 человек. То есть рота была практически укомплектована. После боя в ней осталось едва ли 30-40 по 100 человек в полку. Из 28 фамилий, которые ротный назвал корреспонденту Кривицкому, осталось живых шестеро. Из них четверо побывали в плену. Один даже послужил полицаем. Всем им было присвоено звание Героя Советского Союза.
вот эти вот наугад взяты, потом, кстати, только у одного отобрали это звание, у Ивана Добробабина, который служил полицаем в Харьковской области. И остальные остались героями Советского Союза. Там же был еще один анекдотический случай. Был такой боец Даниил Кужебергенов, который оказался раненым и был связной вестовой, захвачен в плен. После того, как он сбежал из плена, с ним долго разбирался особый отдел, но так как присваивать бывшему в плену звание Героя Советского Союза было неправильно, но нашли его однофамильца в той же 316-й дивизии, никакого отношения к этому бою не имевшего, Оскара Кужебергенова, которому и дали это звание присвоили. Вот это вот создание мифа, когда реальные герои, да, реальные герои, 4-я рота, которая практически вся полегла в бою со 2-й танковой дивизией вермахта. И те, кто останавливал действительно врага на Волоколамском направлении, мы их помним, мы их не помним. Мы знаем фамилию генерала и по документам генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, который был убит вскоре после этого боя осколком мины. И... А имен настоящих героев, вот истинных героев, которые там находились и останавливали эти танки, конечно, там было не 18, немцы даже потерю 10 танков в бою отмечали как чрезвычайно неудачные и так далее, здесь никаких документов по этому поводу нет. А вот, но это не важно. Важно, что они стояли под Москвой, стояли насмерть, и это были реальные герои. Кто из них, что мы о них не знаем, ничего мы не знаем. Зато мы знаем про 28 мифических героев-панфиловцев, вот эти вот мифические фамилии, которые фамилии-то реальных людей, но были они там, не были. Почему капитан Гдалевич помнил только эти фамилии? Вот так создавался миф. Но было выпущено. Я тебя перебью, извини, 28 панфиловцев неизбежно как бы тянут за собой ассоциацию 26 бакинских комиссаров. Да? Я занимался этой историей, я очень хорошо знаю. На самом деле это тоже миф. Абсолютно. Не было никаких бакинских комиссаров. Откуда взялась цифра 26? Дело в том, что в Баиловской тюрьме, в так называемой бакинской, сидело в одной из камер больших 26 человек. Старостой этой камеры был Яков Зевин. У Якова Зевина был продаттестат, выданный ему на этих 26 человек. Да. И по этому списку эти 26 человек погрузили на это судно и повезли. Почему их расстреляли? Никто вообще не знает. Гражданская война, 18-й год. И даже я читал материалы 30-го года. Тогда еще даже фамилии этих 26 вообще не... В основном было известно 3-4 фамилии. Тех, кто вот там был. Почему расстрелян? Война непонятна. Военная ситуация. Это только намного позже сделали из этого как бы обыденного... Да, там были совершенно случайные люди в этой камере. Там сидели люди, которые вообще просто приехали в командировку. Совершенно случайно. Их схватили, посадили в эту камеру. Там были эсеры, там были меньшевики, там были еще кто-то хрен чертов ступе, да? То есть и, так сказать, почему эти люди оказались там в этой камере? По чистой случайности. И тем не менее, на основании этой случайности возник вот этот огромный миф о 26 бакинских комиссарах, которые, вот, так сказать, злополучные англичане там расстреляли где-то там недалеко от Красноводска. Да, а почему они оказались в Красноводске? Это же тоже интересная история. Во время того, как судно шло своим курсом по Каспию, разыгрался шторм. И капитан говорит судну, собрал этих, говорит, ребята, у нас осталось топливо либо до Астрахани, либо до Красноводска. Куда идем, решайте. Там, да, там создался стачком, статичный комитет. И стачком сказал, езжайте-ка, идите вы, ребята, в Красноводск. Капитан сказал, Красноводск, так Красноводск. И они пошли в Красноводск. Что там было в этом Красноводске? Почему их там положили? Никто вообще даже не знает. То есть, и тем не менее, вот на основании этих совершенно непроверенных историй, и людей, не имеющих никакого отношения к бакинской коммуне там, и так далее, возвели в ранг чрезвычайных. Частично имели, Марк, там же, помнишь, там был Джапаридзе, там был несколько человек, да, Алеша Джапаридзе, Шаумян, там, Азизбеков, и тогда там было 4-5 человек, которые реально имели отношение к этой бакинской коммуне. А Анастас Михайлович? Он не нашел.
А Анастас Микоян в это число не вошел. Да, самое интересное с Микояном другое. Микояна отпустили. Микоян был среди них. Среди тех, кто бы этих сажали на судно англичане. Но почему-то он как бы его отпустили. Тоже непонятно почему. То есть, но тем не менее, вот на основании этого создались 26 вот этих святых, с которыми носились как с писаной торбой. И только там в начале 90-х выяснилось, что все это лажа, никаких 26 батинских комиссаров нет в этом помине. Это же нам даже намного раньше выяснилось, в 90-х, что это, так сказать, мифическая история была известна давно. А потом в школе мы школьниками с тобой изучали поэму о 26, 26 их было 26, их могилы песком не заметили. И так далее. Сергей Александрович Есенин. Создал раз и создал вот такой вот миф. Ну, от цифровых мифов, да, перейдем к персональным. 28 батинцев, 26 бакинских комиссаров. Зоя Космодемьянская. Значит, сразу хочу оговориться и сразу хочу поставить, так сказать, не то что точки над «и», а вот ту платформу, на которой мы с тобой будем эту историю обсуждать. Зоя Космодемьянская действительно реальная героиня. Она герой. Она выполняла приказ. Она была добровольцем в операционной группе 9903 штаба Западного фронта. Она дважды ходила за линию фронта со специальными диверсионными заданиями, что во время войны, конечно же, однозначный подвиг. Безусловно. То, что потом вокруг этого накрутили, и почему были забыты другие герои из той же группы 9903 под руководством опытного диверсанта Артура Спродиса, это совершенно как бы, безобразие, по большому счету. Это были добровольцы, которые пошли в эту группу по направлению, по путевке горкома комсомола. Инструктором горкома комсомола в то время был Александр Шелепин. В осенью 41 года, тот самый Железный Шурик, который потом станет председателем КГБ. И Александр Шелепин, надо отдать ему должное, он построил всех этих добровольцев и сказал, вам придется идти в тыл врага, вы практически наверняка погибнете, тот, кто считает, что он не выдержит пыток и предаст, и не готов погибнуть, вы сейчас вот на этом месте выходите, и вы свободны, занимайтесь другими делами, призывайтесь в другие части, нет проблем. Кто-то ушел, потому что, ну, представь, поставить человека перед таким выбором, да? Тебя два человека, по-моему, было там. Два человека ушло, да. Остальные ушли. Их погрузили на грузовик, и вот на грузовик погрузили, я когда читаю это, у меня как бы мороз по коже. 21 девушка и два парня. Ну, женщины мы знаем, да, они эмоциональные, они очень такие, у них сильная психологическая структура. 21 девушка готовилась стать диверсанткой, попасть практически наверняка в плен к врагу, перенести пытки и быть повешенной. Страшная, жуткая смерть, страшная, жуткие вообще вся эта история. И ребят засылали, знаешь, сколько их готовили, Марк? Вот сколько их готовили к диверсионной работе? Три дня. За эти три дня они должны были научиться работать с взрывчаткой, работать со взрывчатыми и горючими веществами, после чего их отправили минировать дорогу на Волоколамск, Волоколамское шоссе, чтобы задержать. Кстати, Зоя и вообще вся эта группа, они действовали под Москвой в том же районе, что и 16-я армия Рокоссовского. Это Волоколамское направление, наиболее близкое к Москве, поэтому необходимо было задержать. Они минировали эту дорогу противопехотными наземными и противотанковыми минами, чтобы остановить вот это вот продвижение немецких войск. А следующее задание, которое получила Зоя и еще одна группа, их было две группы по 10 человек. Одной командовал Проворов, другой Крайнов. И они получили задание выполнить приказ товарища Сталина за номером 428. Приказ Сталина 00428 нужно оставлять выжженную землю. В том году, в 41-м, была необычайно ранняя и необычайно морозная зима. Ноябрь. Ведь мы о чем говорим? Все это происходило в ноябре. 16 ноября был бой. 29 ноября Зоя попадает в руки немцев. В ноябре стояли страшные морозы. Немцы к ним не были готовы, как мы знаем, по ряду причин. Сейчас не об этом.
И Сталин отдал приказ оставлять выжженную землю. Еще 3 июля в своей речи он сказал: ни литра бензина, ни грамма хлеба врагу. А теперь использовать морозы и неготовность немцев, то, что у них замерзали затворы винтовок, то, что не заводились двигатели танков, то, что у них не было одежды зимней, которая подходила бы под суровую русскую зиму, лишать их крова, лишать их крыши над головой. На 20-30 километров в сторону от дорог и на 60 километров в глубину линии фронта. 60 километров. Сжигать все дотла, все, что можно. Ну, начиная с того, что знаменит, один из самых знаменитых диверсантов Советского Союза, Илья Старинов, он сказал, что это бредовый приказ. Во-первых, сжечь все жилье невозможно. Во-вторых, это ничего не дает. В-третьих, это озлобляет мирное население. Потому что что жгли? Это жгли дома, в которых останавливались немцы, да? Как бы. А даже те, в которых останавливались не немцы, а просто жили крестьяне. Уничтожать нужно было все жилье, все крыши над головой. И вот для выполнения этого, ну, прямо скажем, сурового, я буду говорить такими вот, что называется, слишком слабыми высказываниями приказа, была отправлена диверсионная группа, две диверсионные группы, Проворова и Крайнова. Теперь, приказ действительно идиотский. Ну, давайте серьезно смотреть на вещи. Ну, что могут сделать 20 человек, которым поручено сжечь 10 деревень, каждому из которых выдано по 5 бутылок с горючей смесью? Ну, как бы, алло, ну, что такое деревня, подмосковная деревня, вообще просто деревня? Ну, это 50, 80, 100 дворов. Как можно сжечь на морозе 100 дворов? Рассчитывать, что огонь все это захватит? Ну, понятно, что это от бессилия, что это от ужаса перед тем, что могут войти в Москву. И это стремление показать всеми силами, что мы сопротивляемся, будем сопротивляться, ни крошки хлеба, ни литра бензина, все сжечь, все уничтожить и так далее. И группа, перейдя линию фронта, это было уже второе задание Зои, и у девочек других было уже несколько ходок в тыл врага. Группа попала под огонь немцев, они разошлись, они потеряли друг друга, и группа из 3 человек, то есть Зоя была в группе Проворова, но оказалась в тройке Крайнова. Крайнов, Василий Клопков и Зоя Космодемьянская. Они решили... Ребята, комсомольцы, действительно героические ребята, они решили все-таки выполнить приказ и сжечь деревню Петрищево. Дальнейшая история всем известна. Удалось поджечь 3 дома. Сгорело 2 дома жителей деревни, 1 дом, в котором были немцы. Сгорела конюшня, по слухам. Короче, там не сильно все понятно. Теперь вот я смотрел материалы, нынешние, современные. Была радиолокационная станция, расположена в этой деревне, это был стратегический объект, его нужно было всенепременнейше уничтожить, но все это ерунда полная. Немцы квартировали в этой деревне, да, они квартировали, да, они жили в домах, да, они жили в домах крестьян подмосковных, а деревня Петрищево, как рассказывает ее один из ее жителей, это она как остров, там с 3 сторон болото и только с 1 стороны дорога, поэтому там, в общем, она... отдельно стояла от всех дорог и прочего. И Зою поймали, поймал Свиридов, член такого. Немцы, когда начали жечь дома, они поняли, что это действительно опасная штука, что это может нанести урон, они стали из местных жителей создавать такие вспомогательные отряды. Они носили белые повязки, не полицай, как было потом написано, а белые повязки, что они вспомогательный отряд, который отлавливает диверсантов, которые жгут их дома. И этот самый Свиридов поймал Зою, сдал ее немцам, получил за это награду, выпил там вина по одним данным, по другим водки. Зою пытали, ее били, раздели догола, били ремнями. Что от нее хотели добиться, чего хотели добиться? Ну, скорее всего, рассказать, где остальные члены ее группы. Потому что Василия Клопкова поймали в этой деревне, он ничего не успел сделать, ничего не успел сжечь. Он как раз все рассказал и был отправлен в разведывательную школу Абвера. Потом его судьба была весьма печальной.
по одним данным, и делали очную ставку с Зоей, по другим, как бы, непонятно, что там было. Борис Крайнов сумел уйти, не дождавшись товарищей. А Зоя на следующий день после пыток, после того, как ее били, после того, как ее голову выводили на мороз, да, все это было, ее повесили. И тут, естественно, как рассказывали крестьяне, свидетели, она обратилась к людям с речью, с патриотичной, говорила, обращалась к немцам, говорила, сдавайтесь в плен, обращалась к жителям деревни, жгите, гоните, бейте захватчиков, и была повешена, что немцы со свойственной немцам педантичностью сфотографировали, была целая серия фотографий казнь Зои, и эту фотографию они были найдены у одного из убитых немцев под Смоленском впоследствии. Что происходит дальше, мы знаем. Корреспондент Петр Лидов приезжает в деревню Петрищево, ему рассказывают про партизанку, которая назвала себя Таней, в честь героини гражданской войны Татьяны Саламахи, которая она очень увлекалась этой историей. И он написал очерк в газете «Правда» под названием «Таня». Естественно, что главное политическое управление Красной Армии, конечно же, ухватилось за эту историю, растиражировало, была проведена эксгумация трупа, сфотографирован труп. Почему в газете «Правда» нужно было фотографировать труп с отрезанной грудью, для меня совершенно непонятно. Но это война, это вот такие вот жестокие, садистская буквально фотография, чудовищная. Она была опубликована, чтобы народ поднялся, вдохновить их, смотрите, что эти изверги сделали с нашей девушкой, и пошел на борьбу. Эта история всем известна, я просто ее рассказал для того, чтобы как бы поставить. Герой, женщина, герой совет, первая женщина, герой Советского Союза во время войны, Зоя, памятники, фильм «Зоя» 44-го года режиссера Лео Армштама, школы, улицы, детсады, пионерские организации имени Зои Космодемьянской, книга матери Любови Тимофеевны «Повесть о Зое и Шуре», потому что второй ее ребенок, сын Александр Космодемьянский, погиб героически, погиб, командуя самоходным орудием под Кёнигсбергом. А вот имя такое, как Вера Волошина, кто-то знает? Нет. А Клавдия Маратова? Нет. Сколько их было? Вера Волошина. По легенде, это, конечно же, легенда тоже еще один миф для красоты, по легенде скульптор Шадр именно с Верой Волошиной лепил статую «Девушка с веслом». Она была спортсменка, она училась в институте физкультуры, была очень красивая. Если смотришь на фотографии, ну такие девочки красивые, просто ну, с ума сойти все. Вот. И, ну, это легенда, скорее всего, это не совсем так было. Она поступила в институт позже, чем эта скульптура была установлена в парке Горького. Шестиметровая скульптура, между прочим, «Девушка с веслом». Не просто так, потом ее гипсовые копии по всему Советскому Союзу стояли. Вот это Вера Волошина. Она была немножко старше Зои, она 19-го года рождения. И она была в той же группе. Она была в той же группе, что и Зоя Космодемьянская. И когда их рассеяли немцы, она была ранена и попала в плен. А дальше крестьяне рассказывали про то, что девушка, которую вешали немцы, они ее пытали, они ее избивали, они пытались получить от нее какие-то данные, какие-то сведения. На утро ее весили, повесили, согнав жителей деревни Головково, чтобы они смотрели на вот эту вот публичную казнь. И она обратилась с речью и к жителям, и к немцам на немецком языке. Немцы, сдавайтесь, вы боритесь, гоните захватчиков, всех не перевешаете. Кто помнит про Веру Волошину? И это уже стало как бы, ну, после того, как выяснилось, что уже есть один такой миф Зоя, второй миф был не нужен. Ты знаешь, когда Веру Волошину сделали героем Советского Союза? В 1994 году. Ей было присвоено звание Героя Советского Союза в 1994 году. И, кстати, очень многие, тут сложно сказать, очень многие путались и думали, а может быть, две этих истории слились в одну? А может быть, была повешена не Зоя, а Вера Волошина? А может быть, непонятно, здесь начинаются дальше непонятки. Есть история про Лейла Азолина. Лейла Азолина, тоже девушка из этой же 903. Она пропала без вести. Красивая девушка, тоже пошла выполнять задания и так далее, и так далее. Про нее никто ничего не знает. Но вот что меня в этой истории
честно сказать, больше всего поразило, это судьба их боевой подруги из той же диверсионной группы, одной из 21 девушек, которые там были, Клавдии Милорадовой. Клавдия Милорадова перед отправкой на задание, она поменялась. Единственное оружие, которое у них было, это наганы. Вот эти вот самые семизарядные российские револьверы бельгийской конструкции. Они были нескольких конструкций. И у Зои был самозарядный наган, а у Милорадовой был такой солдатский, который нужно было перед каждым выстрелом взводить. И так как Милорадова отправлялась на задание раньше, то Зоя предложила ей свой наган, который лучше, он самозарядный, можно вообще выдавали своим наганом, чтобы застрелиться, а не для того, чтобы вести какие-то боевые действия. И они поменялись. Клавдия Милорадова не только выполнила задание, на обратном пути они с еще одной девушкой нашли немецкий блиндаж, вытащили из этого блиндажа какие-то документы, принесли их в расположение части, там ахнули, потому что важнейшие документы. Дело дошло до того, что этих двух девушек вызвали к Сталину. Они были лично на приеме у Сталина. После чего их наградили орденом Красной Звезды. А затем Клавдия Милорадова была заброшена в Белоруссию, воевала в партизанском отряде. Там вообще история, которая достойна не то что фильма, она достойна не знаю чего, массовой информации. Она была, работала, вот она действительно была. Он назывался отряд разведывательно-диверсионный, да, но занимались они, как мы видим, только диверсиями. А тут была четкая разведка. Она была секретаршей у военного коменданта Орши. То есть все документы, которые проходили через военкома Орши немецкого, она прекрасным, четким образом копировала и передавала своему командованию. И однажды за фотографированием этих документов ее застал секретарь этого самого военкома, которого она убила ножом и убежала. Детектив. Это просто... Фантастика просто какая-то. Она воевала в партизанском отряде. Через какое-то время ей вручили медаль партизану Отечественной войны. Воевала потом она в составе регулярной армии. После войны ей был вручен орден Отечественной войны первой степени, и когда она по болезни, у нее был страшный полиартрит, после того, как она двое суток просидела в болоте, скрываясь от немцев, ее комиссовали, она приехала в Москву, жить ей было негде. Она написала Сталину, вот это тоже поразительная история, написала Сталину, что у нее нет жилья. И Сталин на этом письме наложил резолюцию, это все исторические факты. Наложил резолюцию выделить жилплощадь там какому-то в горкоме, доложить об исполнении, доложить мне лично. И дали комнату на той улице, которая сегодня называется Ильинка. Это улица Куйбышева была тогда. Это просто рядом с Красной площадью. Она получила комнату. Вот такая вот история. Кто помнит и знает про эту героиню? Тут разговоров нет. Это героиня, герой. Клавдия Милорадова. Кто про нее что знает? Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны, она не герой Советского Союза, она никто. Она скончалась, кстати, в достаточно пожилом возрасте, у нее дочь. Про нее рассказывали в фильме документальном «Зоя начинает говорить», но рассказывал в основном ее дочь, в основном о Зое Космодемьянской. Вот Зоя Космодемьянская, которая сожгла три дома. Но она же тоже героиня. Но вот сравним две судьбы, да, вот двух этих девушек, практически одногодок. Милорадова тоже с 19-го года рождения, как и Вера Волошина. Про них же никто ничего не знает. Про них не снимают фильмы, не пишут книги, не рассказывают детям. Там улицы иногда называют, вот в Кемерово, откуда Вера Волошина, две улицы пересекаются, ее и ее жениха, тоже герой Советского Союза, героически погибшего офицера на фронте. Саш! Можно я тебя перебью на какой-то момент? Да? Но вот меня поражает другое. Меня поражает вот это, тем не менее, да, казалось бы, мы жили в советское время. Советское время отличалось особенным мифотворчеством, это понятно. Потом это советское время кончилось. И тем не менее, когда, казалось бы, открылись архивы, можно было бы действительно
сделать так, чтобы у людей возникло некое объективное ощущение, как ты правильно говоришь, да, ощущение реальности происходящего, что была война, были гибли люди, и было много других людей, которые гибли героически, да, вот как та же Клавдия Милорадова или Вера Волошина, понимаешь, но вот эта зацикленность на мифе, она продолжается до сих пор, и она опять по-прежнему культивируется. То есть, безусловно, как ты говоришь, и самое печальное, что вот это сочетание реальной истории с каким-то вот накручиванием легенд, мифотворчества. То есть, действительно, с одной стороны, есть реальный факт. Вот Зоя Космодемьянская, которая действительно реально, реальная история, которая действительно молодая девушка, заброшенная с диверсионными целями. Да, то есть как бы, да, окей, действительно пытали, реально пытали, да, действительно повесили, сожгла три дома, действительно, в котором жили крестьяне, и сами как бы крестьяне бы ее издали, собственно говоря, да, то есть как бы, ну скажите правду, чем плоха правда? Она, с ее точки зрения, она вела себя героически, но есть другая сторона медали, она сожгла эти дома, да, правильно, это она не виновата, она выполняла приказ. Был приказ расчистить не сантиметра площади и так далее, и так далее. Но она как таковая действительно героиня. Но дайте контекст. Расскажите о других людях. Нет. Опять мы снимаем фильм «Зоя», опять там «Зоя». Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. 28 подфилов. Это наше героическое прошлое. Это не ваше героическое прошлое. Это мифическое прошлое. Почему никто не в состоянии, Саша, меня вот эта зацикленность на мифе, да, и не в состоянии действительно оценить, что есть настоящий героизм, который заслуживает реально, как вот мы с тобой говорили про блестящих разведчиков, действительно, так сказать, кстати, отклики до сих пор продолжают поступать, что мне очень даже на вторую программу ответы на вопросы, да, и есть мифы, который ничего не прибавляет. Саш, откуда вот эта зацикленность на мифе? Почему? Марк, дорогой, ну это же, во-первых, если использовать современные термины, это скрепа. И это скрепа, которая не вчера появилась. Вспомни Пушкина, Борис Годунов. Живая власть для черни ненавистна, а не любить умеют только мертвых. Культ смерти, который культивируется в тоталитарных государствах, он всегда самый сильный. Живой человек ничего не значит. Значит только мертвый. Понимаешь, когда третьеразрядный совершенно командир на гражданской войне Щорс погибает, судя по всему, от пули собственного же комиссара, из него делают героя гражданской войны, скрепа. Это миф, на котором должно все строиться. Когда Василий Иванович Чапаев, неплохой полевой командир, но абсолютно бездарную ошибку, оторвав штаб от главных сил и погибает из-за того, что он не доучился в военной академии, мы академиев не кончали, знаменитая фраза, то мертвый Чапаев становится гораздо важнее и гораздо, так сказать, правильнее, чем кто бы то ни был. То же самое с военной историей, то же самое вообще на всем протяжении истории. Чем мертвее герой, тем он героичнее. Это во-первых. Во-вторых, тот откат, о котором мы говорили в самом начале, откат к тому, что вместо истории людям преподносится исторический миф, это тенденция последнего времени тоже. Те 90-е, про которые мы говорили, с этим валом разоблачений, публикаций, над которыми сейчас все смеются, которые все отрицают, порицают, говорят, что вы фальсифицируете историю, фальсифицируют историю те, кто по-прежнему придерживается мифов. Когда министр культуры, уже бывший, Мединский, говорит, что 28 панфиловцев – это святые люди, и нельзя их трогать, это стремление показать людям, что ничего не изменилось, вы находитесь на той же платформе, слушайте сюда, шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Нам история реальная не нужна. Нам нужен исторический миф. И этот исторический миф сейчас с самого верху в России тщательно культивируется, тщательно, потому что, а на чем еще строить национальное самосознание и на чем еще строить слияние народа,
скрепление народа, скрепу вот ту самую, как не на мифе. На реальной истории, как немцы за 3 месяца дошли от Бреста до Москвы, а потом от Москвы до Бреста 3 года, на этом строить историю. На то, что как минимум 3/4 немецкой авиации находилось на Западном фронте, потому что воевали там с союзниками. А морская война, у немцев было 1100 подводных лодок, 1100 подводных лодок. И все они были задействованы на Западном театре, на Атлантическом театре военных действий. Про это рассказывают. Про то, что немцы не могли сделать дизельные танки, потому что весь дизель уходил в подводные лодки, и морская была важнее, чем Восточный фронт. Рассказывать про то, как горел Гамбург, был выжжен дотла. Про Дрезден почему-то все знают. Про Гамбург никто не говорит. Там погибло гораздо больше людей, и Гамбург был просто, его просто сравняли с землей англо-американской авиации. Про это никто не говорит, никто не вспоминает. Это неинтересно, это не наша война. Наша война – это Александр Матросов, которых было много, было очень людей, которые бросались. Трое, кстати, выжили. Те, кто своим телом закрывали пулеметы ДОТа. Это Зоя Космодемьянская, а не выжившая Клавдия Милорадова, которая героиня, как бы, по всем абсолютно признакам, показателям, действиям и так далее. Это... кто у нас там еще из матросов, Космодемьянская, 28 героев-панфиловцы, все эти Мараты Козеи, Вали Котики, пионеры-герои и так далее. Все это чудовищно сливается в некий единый миф о героизме советского народа. Мы же не говорим о том, что вот Марк Солонин по самым скромным, он говорит, подсчетам, по самым скромным, он называет нижнюю цифру, 500 тысяч советских людей служили в немецкой армии, вермахте. Не считая хиви, хильфвиллиги, добровольных помощников, не считая там полицаев, не считая оккупационных служб и всего прочего, и прочего, и прочего. По другим данным, от 800 до 1 000 000 человек служили. А про это рассказывать? А на чем же тогда строить национальное самосознание? Это все удел бородатых историков, вроде нас с тобой. Это все удел тех, кто копается, это удел национал-предателей, которых не интересует великая история советского и русского народа, а которые копаются и выискивают вот всякие вот такие вот червоточинки для того, чтобы ими потрясать и говорить «вот оно, вот оно». И при этом, если ты читал критику на фильм «Зоя», то ты обратил наверняка внимание, что основная критика идет. Вы, козлы, не показали, что толкало девушку на этот подвиг. То, что она была комсомолка, то, что она была патриотка, то, что она шла защищать родину. Вот про это вы не говорите. Надо сказать, что фильм действительно достаточно глупо показывает. Вот не побоюсь этого слова. Показывает то, что произошло, потому что скороговоркой вначале Зоя танцует вальс со своим молодым человеком, потом молодой человек уходит на фронт, его тут же убивают. И она идет в диверсионный отряд, и получается, что идет она мстить за любимого. Это хороший как бы посыл, да, это хорошая причина. Никакого отношения к реальной Зое это не имеет. И вообще к подвигу этих девочек это все не имеет ровно никакого отношения. Причем надо сказать, что я много посмотрел фильмов по этому поводу. У авторов какая-то зацикленность на садомазохистских и вообще таких сексуальных девиациях. В фильме «Зоя» 2018 года, снятого тамбовскими кинематографистами, как мне смог выяснить, Зою насилуют палкой. В фильме «Зоя» 2021 года она лежит у обочины дороги, которую они минировали, и немец на нее мочится. Потом ее раздевают догола, это все смакуется, ее начинают избивать. Какой-то садомазохизм, который совершенно не имеет никакого отношения к сути того, что происходит. Да, потом ее немцы еще насилуют, там групповое изнасилование. Какое-то вот смакование совершенно не относящихся к делу вещей, оно, конечно же, отталкивает, оно отвращает. Это как люди часто не могут себе объяснить, почему это вызывает отвращение, вот эта киноподелка. Они начинают искать, ах, там не показан патриотизм, ах, там не показано то, ах, мама не такая, Зоя не такая, и брат ее не такой. Но они действительно все не такие, потому что Зоя играет 27-летняя актриса, а брат ее, которому 15 лет, реально играет 30-летний актер. Здравствуй, правда жизни, здравствуй, историческая правда.
Вот. Анастасия Мишина, кстати, она очень старается, но она такая же Зоя, как я, китайская балерина. Это, ну, ну просто, ну никуда. То есть вот эти пухлые щечки, когда ее раздевают и показывают обнаженной, там видно достаточно хорошо питающееся тело, это не в укор актрисе, замечательно. Я желаю ей хорошо питаться, расти и все что угодно. Красивая женщина, ничего не могу сказать. Но это не девочка 41-го года. Мы с тобой не коснулись еще одной очень важной вещи, вот что действительно является полной фальсификацией и полным оскорблением памяти, это заявление Бильжо о том, что она была больна шизофренией. Во-первых, это ничем не подтверждается. Зоя действительно была сложным человеком. Зоя болела менингитом. У нее наверняка были последствия. Менингит тогда не умели лечить. Как мы знаем, ни антибиотиков не было, ничего. Она болела тяжелой формой менингита. У нее были проблемы с одноклассниками, были проблемы в общении. Вообще сегодня ей бы поставили, наверное, какой-то определенный диагноз. Потому что ее в свое время избрали группоргом комсомола в классе. Она пыталась организовать детей на помощь неграмотным, для того, чтобы обучать их грамоте. Ее одноклассники на это не пошли, она замкнулась, ее не переизбрали группоргом. И возник такой, ну, знаешь, как школьный бойкот вокруг нее. Возможно, ее все вспоминают как достаточно замкнутую в себе девушку. Она, в общем, такая была... Ну, сегодня, наверное, вели бы разговор об определенном аутизме, то есть расстройстве аутического спектра. Ну, может быть, она была просто интроверт, обычный интроверт. Да, просто была интровертом. Во всяком случае, это был сложный психологический тип. Но утверждать, что она была шизофреником, поэтому она попала в ступор, и только поэтому она ничего не рассказала немцам. А что она... В принципе, могла рассказать, вот что немцы из нее выбивали, что не могли из нее выбивать, куда делись остальные члены группы, она понятия не имела. Кто командир, где, что, ну откуда она что знает. Ей дали задание, 5 бутылок зажигательной смеси, сломанные ногами, отправили ее воевать с вермахтом, с 32-й дивизией вермахта. Ну куда как бы, ну о чем мы говорим, как бы, что мы пытаемся в этом плане доказать и показать. Нормальная девушка, абсолютная комсомолка, абсолютно распропагандированная, абсолютно дитя своего времени. Да. Случайно совершенно именно она стала вот этим символом. Она не виновата в том, что она стала мифом. Она ни при чем, конечно, безусловно. Но это главное политическое управление Красной Армии, которое ухватило эту историю и раздуло из нее совершенно... Как сказать, в то время очень нужный миф, но живучесть которого в современном мире, как ты совершенно правильно сказал, достаточно поражает. Да, вот как... на этом я думаю, окей, мы закончим. Мы сегодня с тобой даже переборщили со временем, но я думаю, что это даже очень хорошо. Да. Очень хорошо, Саш, потому что мы осветили все как бы, аспекты этой проблемы. И в том числе исторические проблемы, и попутно еще поговорили вообще о мифологии. Это очень важно, как мне кажется, выразить свою точку зрения. Ты прав. Я думаю, что, конечно, мы с тобой отгребем еще по полной, как бы, так сказать, включая переход на личность. Это любят люди, особенно, как бы, так сказать, ну это понятно, это делается с определенными целями, так сказать, ну и бог им судья, как бы, окей. Наше дело было сказать то, что мы считаем нужным. Вот, окей. И я думаю, что сегодня получилась очень интересная программа. Сашка, спасибо тебе большое. Вот, я хочу напомнить, Со мной был на связи Саша Вилинский. Саша Вилинский, режиссер, историк, писатель. Вот, мы с ним сегодня говорили о мифах, и в том числе обсуждали фильм «Зоя», который недавно появился на экранах. Вот, это было все в программе «Всегда ваш Марк Котлявский». Всего доброго, ждите наших следующих встреч. Если будут какие-то вопросы, мы с Сашей всегда готовы на них ответить, мы открыты. Спасибо, всего доброго, до следующих встреч. До свидания.